Впервые в России Toyota поддержит подготовку гоночного автомобиля для профессионального дрифта. Подробности узнаем у старшего специалиста по связям с общественностью Toyota Юлии Лобойко. Юлия, здравствуйте. Расскажите подробнее про спорткар. В новом сезоне у нас выступит тысячесильная Supra во время российской дрифт-серии RDS-GP. И за рулем ее будет атлет Эдгаз Рейсинг Никита Шиков, двукратный вице-чемпион РДС. Supra будет доработана, она сейчас строится. А если говорить, что такое Toyota Racing, это гоночное подразделение, которое занимается разработкой гоночных прототипов, поддержкой автоспорта. Команда Toyota Racing участвует в различных чемпионатах, ралли. В России же мы посмотрели, какой автоспорт наиболее интересен для аудитории нашей. Увидев результаты опроса, мы поняли, что популярнее дрифт в России, в принципе, только Формула-1. Это очень зрелищный, интересный вид спорта. Мы решили его поддержать здесь, в России. Ожидается ли пополнение линейки Toyota Gazoo Racing в России? В 2021 году, в январе, мы ожидаем пополнения. Линейка Jar Sport. У нас появятся модели Toyota Corolla и Toyota C-Char в стилистике Jar Sport.